сверстники считали уровень потенциального спроса. Пока меня перли экзистенциальные вопросы. Она кричала, чтобы я туда и не совал носа. Но что поделать, когда вот-вот и в коробку из досок. Не тот темперамент, чтобы таскать себя до износа. Но по словам близких, во мне детство никак не уймется. Мы как стрекозы, поем песни и это все просто. Нет, надо быть там, где приносишь больше пользы. Это не девиз, живи быстро, умри молодым. Не призыв за 20 лет себя затирать до дыр. Улетать в отрыв, дело ведь не в количестве кайфа. Просто кто-то и Фрейда сводит до фаллических статуй. А я сижу в общаге и рифмую до дыр тут. И может надо было вложиться в сетевую фирму. Но календарь имеет свойство менять времена. Посидим до утра, может завтра наступит мой день дурака. А он будет не таким, как другие. Он будет лучше, он будет полностью моим. Пусть до конца не пойму я это зачем мне. Но как минимум глупо будет закапывать в землю. Сижу, пишу, свожу, публикую альбомы. Чувак, я знаю, как тебе это знакомо. Но парься о мыслях, а не о просмотрах релиза. И знай, что наш день дурака уж очень близко. Ха-ха.